Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Некрос, Алина и Матвей. Сегодня мы начнем разбираться с тем, что же такое Террария. Я впервые в этой игрушке. Не знаю, чё к чему. Дуплей не отбиваю. Ну чё, куда? Мультиплеер, да? Join. Create character. О, сейчас я буду долго своего персонажа создавать. Ты на каком серве, Алина? Я сингл драфт пока. Сингл? Да, я просто не знаю. А на какой сервер, как? Черный волос у меня будет. Я же черноволосый, ё-моё. Ё-моё. Глаза будут красные, типа, как у вампирюги. А как сделать красные глазюки? Не знаю, оно не делается. Даже синее я делала, но не делается, да. Окей. Скин. Будет зелёный... О, будет зелёный, короче. Или красный, или какой сделать лучше. У-ху! Как у зомбея. Не меч есть. Чё? О, вот такой какой-нибудь. Вот такой, зомба-зомб. Некрос. Зомба-зомб? Да, хейр. А хейр-стайл можно сделать? Хейр 1, хейр 2. Кто такой хейр-стайл? Хейр-стайл — это... волосы. Типа, причесочка. О, кролик! Сейчас... Блин, тут постоянно меняется день-ночь, я не вижу, какие волосы у меня вообще. О, вот такие прикольные. 19-е. Нифига себе тут волос. Причесочек. Чувствуется, будет длинный лицплюй. Ты хоть сам хочешь это делать? А чё, нормально. Я тоже хочу. 35-я прикольная. 34-я. Он с бакенбардами. Я ж тоже с бакенбардами. Ты нычку нашла. 34. Ладно, черт с вами. Будет 34-я, короче. Так, дальше. Клотис. Shirt. Будет черные рубашки. Или красненькая лучше. Лучше красненькая. Как можно красную рубашку сделать? Ты дом нашла, Некрас. Красная рубашка. Ты дом нашла? Некрас! Да! В этом прям. Так, это что такое? Это что такое? Что за гарена? Ну-ка, быстро. Черные брюки. Брюканы. Черные. Undershirt. Столько всего нет, короче. Вообще здесь столько всего, походу, можно найти. Какой-то червячок. Может быть, лучше красный сделать? Что-то какого-то монстра, походу, сейчас создам. Так, я вот так вот хочу делать. О, вот так. Не, вот так хрень какая-то получается. Красная рубашка будет у меня. Так а толку что, ты уже в мультиплеере или в сингле? Не, я создаю персонажа все еще. В сингле? Нет, я в мультиплеере уже. Так а как мне в мультиплеер? Выйти как отсюда? В смысле, в мультиплеер надо было нажать, ё-моё. Ё-моё, ну, мультиплеер. Join или что нажмём? Join. Join, дальше что? А, так у меня создан персонаж. Дальше. Ну. Enter server IP-адрес. Что такое softcore? Нет, softcore IP-адрес. А? IP-адрес надо. Погоди, дай. Смотри, softcore, characters drop money on death. Medium core, characters drop items on death. Hardcore, characters die for good. Чё, с softcore начнём? Типа, деньги будем в это, деньги будут выпадать, да? Типа, а medium core это когда это, в общем, с предметами. Предметы будут выпадать. Окей? Medium. Medium? Да. Ладно, давай medium. Medium core. Ну, деньги не нужны. Тут только один торговец будет ходить вроде. Ну, этот мужик такой ходит, тут пей. Создавай, короче, мир, пароль и давай мне свой IP. Так, мир создавать? Да.
Зайди в мультиплеер хост и play. Там будет твой ник, нажмешь на него и мир. Подожди. И создаешь мир. Не кросс, accept. А что, я создал? Да, создал. Угу. Enter есть, server да? IP. Ты в join зашел? Да. Нет, назад, все, back. Ну, главное, что создал. Host and play. Да. А, так, create world. Small, medium, large. Какой? Большой, самый большой. Large? Да. Окей. Не кросс ленд называется. Ты пароль сделал. Теперь не. Теперь не. Да. Я на. Паспорт. Подожди, нет, это имя мира. А мира, ну да. Теперь тебе сейчас скажу пароль от сервера. Сейчас. Generating jungle. Нет. Так, тут все нормально? А тут вообще что-то. Зайди сразу на 2ip.ru и скинь мне свой IP. А, во, все хорошо. Слышишь? Куда надо зайти? 2ip.ru и IP мне скинь. Я так думал, по крайней мере. Ты думаешь, получится? Да. Ну ты сейчас пароль создашь на сервер. Погоди, он создает мир, он все еще большой. Ну сейчас создаст, а увидишь. Ты, что, ты снимаешь, что ли? Да. О, боже мой. Чтоб весело было, чтобы типа все смотрели, как мы такие сидим, разбираемся, такие. Кстати, надо посмотреть, что там с битрейтом, а там все нормально. Пе-пе-пе-пе. 2IP мне. Ну откуда я IP-то свой узнаю? 2IP.ru на сер. На. Погоди, может быть сейчас игра даст. Сейчас. Он же ничего не сделал. Вы не в Steam. Так, Necrosland. Все, сделал Necrosland. Теперь пароль тебе сейчас скажет. Enter сервер пароль. Вот, видишь? Не кросс напиши. Не кросс. С большой. Да. Все да, сделал. Стартинг. Видишь, значит IP надо твое. IP, да? Да, давай. Ща. А у тебя порты открыты? Да. Receiving data. Сейчас все будет. Секу. Как? Йо. 2ip.ru. 2ip? Да. Ру. Угу. Тут что, не скопировать его, что ли? Буфер обмена, оно само копирует. Ты нажми на него. Нажал. Ну, оно само уже скопировало. А, ну на те. О, я появился. Я появился. Опа. А порт какой? Какой порт? А это надо? Да. Enter server port, говорит мне. А тут... Без порта. Ладно, ассет. Connection to 188.227.45.130. Так, ну я бегаю. Вы на no Steam. Я бегаю, я прыгаю. Вы на Steam или нет? Чё? Steam. В Steam? Steam, да. Алинка? Да. О, нормально. Dirt block. Так, грибочки. Мне кажется, что-то не подсоединяется. Надо порт. Открывать порты, там все такое, наверное. Так, может быть, к другому миру какому-нибудь присоединимся? А вы через Хамачи или через что? Мы через Steam, чувак. А, точно. Так все равно надо создавать... Я играю-то... Горис мод, там надо через Хамачи создавать сервак. Ну, а странно. Как нам создавать? Ну, просто как обычно, в Хамачи сеть создаете и а через этот IP идёт. А, для этого, да? Да. Надо просто узнать IP сервака и все какого-нибудь. Ну давай, узнай, иди покупайся. Давай покупаю с Террария IP-шки. Как музыку эту ссаную? Да, музыка нормальная. Террария со стимовским другом, как? Так, ну что там? Из Independent. Вы же пишете, да, или как? Некрас, ты пишешь? Что пишу? Видео. Да. Forward port 7777. Поняла? Так оно там в начале еще 7777. Да? Надается, да. For your friend to join, he need to go multiplayer, join and enter your external IP. Чё? What is my IP? Так это то же самое IP, your да? IP is...
You're looking up at the grasp. Такой же вроде? Да, идентичный. Еще он не подсоединяется, да? Ну, оно connection и очень долго connection. Сейчас какой-нибудь найдем. How to host. Так. Сервера. Вики. Вот какой-то есть. Smart World. 80. Давай, там меньше людей. Самое меньше. Ну, я не знаю, написано Smart. Давай любой, потому что тут какие? Тут разные версии. Ну, давай. 80. Вот, в общем, я скопировал. А версия? У тебя какая версия? У меня V1241. Какая? В Steam. 1, 2, 4. Так это хорошо. Это зашибись. У тебя тоже такая? Да. Ну, как выйти отсюда? Safe and exit. Мультиплеер. Join. Некрос. Вставляем IP. О, сюда у меня заходит сразу. Знаешь, какой у меня? 127.001.7777. У меня IP сервера. Вот попробуй, Алина. Что? Мне кажется, не получится. 127 пиши, 127. Так подожди, я на этот, что сейчас выйду. Setting, save and exit. 127, 0, 0. Подожди, 0. Мультиплеер, join. 127, 0, 0, 1. Точка, 0, 0, 1. 127, точка, 0, точка, 0, точка, 1, двоеточие, 7, 7, 7, 7. Ну, это, наверное, локальный, мне кажется. Какой у тебя там 7777? 127 0 0 1 4 семерки. Что-то не то. 3 нуля или 2? 2 нуля. 127 0 0, 0 1, 1 4 семерки. О! Нет. Нет. Ну тогда давай на этот 88 84 222 0. А ты создал мир? Может, оно подключится? Не-не-не, это 127.001, это локальная сеть. Это не интернет, не интернетовская фигня. Так что забей. Давай на этот сервак. Да, ну это как там лагает, а капец. Какие лаги? Вон там чуваки бегают. Это ты вот это? Где ты? А, нифига себе тут чуваков. Не сила. Где ты, Декрас? Я вот в красной рубашке такой. Это ты? Да, вот я. Здорово. Нифига ты создала, Алинка. Ну и что делать тут? Я же тогда и говорю, тут на серваках такое мясо. Здесь надо бежать. Грибочки есть, всякие блоки. А, слышь, это этот кораблик. Тут кораблик какой-то. Ты сейчас сдохнешь. Идем сюда. Ну нормально, смотри, гоу, полазим. Как ты лазишь? Как ты... А вот ты... Ты чё тут? А, ну сохраняются вещи, которые ты в сингле найдешь, сохраняются тут. Да? Ты сдохни! You were slain. У меня есть какие-то эти... Сюрикены некоторые. Да? Видал? Смотри. Реально? Опа, отдай. Собрал. Отдать? Да. Да. Смотри, да. Кто это такие вообще? Что за глаза? Я не знаю. Давай нормальный сервер найдем. Поползли некрас вверх. Нет, это какая-то хрень, по-моему. А не сервак. Нет, да. Сервер Terraz. Что так? Вот он, смотри, я тебе скинул. Где сервер? Геройстика какая-то. Последний? Да. Ну, игра прикольная. Ну да. Веселая такая. Ви-ви-ви. Ви-ви-ви. Мультиплеер, джойн. Так, что тут у нас? Да тут тоже какая-то, смотри. Колесо обозрения, какой-то красный заяц бегает. Ё-моё. Какие-то чуваки летают с мечами. Какой-то месяц. Я же говорю, надо свой сервер чистенький, чтобы там развивать. Чистенький. Terrafan.com. Так. Сервер Terraria Go. Так, давай я тебе еще сейчас
накидаю. Вот этот посмотрим. Да серваки они будут все одинаковые. Нет? Да, наверное, они все такие, да? Знаешь почему? Но. Потому что то, что ты развиваешься в сингл, то же самое будет и в этом, в мультиплеере. Те же самые вещи, которые у тебя в рюкзаке. Мясо какое-то. Мечом бегаешь. Че, я не могу тебя бить или могу? А где вообще сердечки? А, не могу. Отсюда выбраться. О, вот. Disabled PvP. А PvP можно врубать и врубать. Пойдем просто бежать так. Типа в другой мир какой-нибудь? Ну, в другое место, типа, да? Поковыряем все. Пойдем. Ну ладно, тут хотя бы хоть что-то можно. У нас у каждого есть кролик, смотри. Да. У меня красный. У меня розовый. Натертый кролик. Такой, смотри, как такой. У меня красный. Ну-ка дай-ка я тебя погромче сделаю. Да чьи-то дома. Не вздумай вниз прыгать. Фига ты психованная. Куда мы идем вообще? Не знаю. Прыгаем. Опа, тут походу уже. А, нет, тут же подкопаем, может? Подкопай. А никак, тут, видимо, защита. Do not have permission to build. А тут нельзя ничего менять вообще. Можно, это чьи-то дома. Это приватизированные, видимо, штуки, да? Так, давай. Давай поищем что-нибудь еще. О, вот здесь можно, негр, садись. Где, сюда. Где? Здесь? О, нарвай. Погнали. А дальше куда? Все. Тут живем. Как ПВП включить? Сюда иди. Сам иди. Дверь не за... Опа. 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 Знаешь, как ты такой сидишь, думаешь, так? Алло. Так, Терамарк. Сейчас посмотрим, что еще тут есть. Куда тебе? Форсир. Сервер. Не, Краш. А? Как ПВП включить? ПВП? Не знаю. На самом сервере. Рутер Ария Вики. На фонтан. Так, это что? Ну-ка. Сейчас сюда зайдем. Посмотрим-ка. Join. Некрос has left. А, да, я знаю, что has left. Я дальше хочу посмотреть, что там еще есть. Какие еще сервочки. О, понятно, тут то же самое. Да, ну везде так. Надо свой. А свой вот... У меня же айпишник. Как сказать? Бан. Да. У меня айпишник динамический. Ты тут так просто не это. Надо какой-нибудь сервер, знаешь, вообще бомжовский найти, вообще бомжатню. Шесть слотов всего лишь. Ну-ка, дай. Надо бомжовский сервер, чтобы там ничего не было, чтобы там было все. Так а там вроде не все боссы, все. Да? Да, тут же такое все есть. Тут все не Майнкрафт. Боссы? А зайти что, не хочет он? Не хочет заходить, прикол? Не, Крас. А-а-а. Хватит фидить. Я не вижу. Там кто-то... Ты сколько? Там кто-то... А это что такое? Синий спрут.
Опять-таки? Я не могу добавлять, что ли? Я что, сервачки не могу добавлять, а? А хочешь прикол, я тебе скажу? Я к своему серваку не могу законнектиться. Ну, потому. Лакуешь? Так что. Лакую. И Террари Гоу. XXX-арена. Я просто именно записываю, что я стримчил. Я именно записываю. Так. А как сервачки эти удалить? Алло. Что-то нашел опять. Алло? Так, а тут что? Алло. Алло. О, тут сундука просто можно что хочешь брать. Хм. У меня палка какая-то из некрас. Bait by Yukimoto. Что это за сервер такой странный? Что тут делать надо? Арена типа или что? Где? Yeah. Похоже на то. Раса, I'm from Раса. У меня броня есть, некрас. А? У меня броня есть. Trying to find some good servers. Пушка у меня есть, некрас. Как вы... как это... А, во. Render Bales? Как их снять-то? Лол. How to give it to you? Вопрос. Пресс Т. О. О, нормально. Т, это хорошо. Мне, короче, какой-то... дали... Ого, что такое? Нифига, слышишь? Я летать умею, некрас! Ты летать умеешь? Тебе дали, да, что-то? Не, я нашла в сундуке. Я тебе крылья тоже взяла ангельские, а у меня будут демонские. Не, у меня будут ангельские, а у тебя демонские. А, ты типа мне их отдашь, да? Да. Круто? Круто. Круто. Я тебе еще броню дам, а я буду в клоунском этом сете. Теперь вопрос, какой сервер нам найти? Не знаю. Тебе тоже клоунскую броню взять? Клоунскую зачем? Не знаю. Free play, free build. Тут написано какой-то сервак. Free play, free build. Ну-ка, сейчас поищем. Close. Так, join. Сколько здесь всего? Некрас. Чего? Просто бери и уходи. Мне инвентаря не хватает. Ой, я заморожен. Ты где, некрас? Я в каком-то серваке, я заморожен. Приморожен? Да. У меня кирка есть суперская. И меч суперский. Так, дальше ищем. Что ты такие? Я не знаю. Но разбираться придется, видимо, долго с этим. Что делать? А что делать?
Так. Какие себе палки. Ой, елки. Палки. Я думал, паук. А счет в трусы не траханул. Траханул труселя. Тут чё? Копры. Копры. Suffer. Suffer, bitch. Bitch. У меня молот какой-то есть летающий, есть у тебя такой? У меня есть крылья летающие, дать? Так, надо сервер найти сначала. Так мы на... я тебе на сервер могу скинуть. На любом. Да? Да. Крылья мы топи. Куда улетим и все. Может, что-нибудь еще надо? The breaker of hearts to become a builder. You do not have permission to build. Играс. Оу. Шо? Хочешь меня? Ой, не меня, эту летающие крылья. Ну? Эти не дам. У меня еще круче есть. Еще круче? Да. Какая броня офигенная. Сейчас я потеряю, чувствую, свои вещи. Все, иди, не хочу это тебе. Не буду тебе ничего давать. Какие-то... зомбики. Кроме крыльев, ох, я не видел. Тут зомбей ходят. И спектр. Так, сундук. Дальше смотрим. Ты где? Дай мне сервер. Погоди, я слышу какой-то зомби. Убил зомбей. Сейчас. Ой, Террари, сервер свободный. Онлайн-лист. Сколько же здесь предметов? Сейчас поищем. Сервер full, new world, new players. Не, крас. Как сгомировать? 88, 40. Max players, 12. Open hours. 50 человек. Сейчас, погоди, я поищу немножечко. Все, выходим с сервера? Да. У меня такие офигенные шмотки. Сервер full. Сервер full, сервер full. А где не full? Есть где не full? Так. Вот тут есть два человека. Welcome to the Terral. Американский какой-то. Там два человека сейчас. Ну, куда я зайду? Клёвс. Если я туда зайду, то ты меня там без труда найдешь. Так давай сервер мне. Сейчас посмотрим. Ну, я как бы появился, и я не могу ничего делать. Please register or login to play. А я не знаю, как регистрироваться тут. Ну, типа, регистр. Invalid syntax. А, понял. Регистр. Сейчас, надо пароль. А, надо пароль, няня. Пароль. Пароль вам не покажу. Аккаунт Necros has been registered. Ее пароль Necros. Ее пароль не... А, нет, это не то. Плиз, логин. Так, теперь надо логин набрать. Не про... А, авторизовано. А что теперь? О, все. Алина. Значит, смотри, заходи. Вот сюда. Сервер. Вот он. Я врубаю этот экранчик. Тут вообще никого нет. Вообще никого? Да. И фигня одна? Да, и фигня одна. И ничего нельзя изменять, опять же. В смысле изменять? Ну ничего менять нельзя, то есть... Строить? Да, да. Тут всё можно не запривать, что ли, можно найти. Да. Ну да. А, да. Я захожу, ты где? Вот, смотри. Видишь меня? Да. А чё не могу ходить? Смотри,
Пиши. Логин. Нет. Палка регистр и пароль. Писать, и пароль. Писать. Ну, Enter, палка регистр. Регистр. Есть. Потом логин пиши. Палка логин. Логин. И что теперь? Все? Разбивай. Не могу ходить. Во-во-во, все. Ну? О, теперь смотри, берешь предмет любой, тыкай, демонические крылья, тыкай. И... Куда? Клик. Да какой у меня костюмчик? Иди сюда. Так, смотри. Какой тебе предмет дать? Демонические крылья давай. И букву Т. Опа. Ну, нормально. Их можно надеть, да? Пушку как... надо такую. Как их надеть? Там просто справа на них нажми. Пушку взял? Пушку? Пушку взял. Вот шотган, да? А почему я ей пользоваться не могу? Меч взял? О, ого. Слышишь, нифига. Какая у меня кирка. Нифига такая. Тумба-юмба. А где эти... Ну, почему я не могу пользоваться этими крыльями? Ты их надень правой и зажми пробел. А где их? У меня нет. У меня вот что есть. Смотри. Сейчас. Прыжок? Блин, нет, как это... Риндер Белс какой-то. Вот он. Какой Риндер Белс? Вот что у меня есть, смотри. Арка у меня есть, смотри. Где мой кролик? Смотри, вот крылья у тебя где? Крылья? У меня крыльев нет. Ты мне их дала, мне их нет. Как нет? Нет, смотри, вот нет мне их. Ты их одел, они у тебя в инвентаре есть? Нет. Ну, значит, я без крыльев. Опа. Что это такие? Не знаю. Как ты их вообще надевала? Просто там, видишь, справа там такие инвентарь есть. Справа, может, слева? Справа. Справа нет. Слева есть такие, типа, инвентарь, а справа одежду одевать. Справа одежду? Да. Где? Нет у меня там ничего. У меня там карта справа. Ниже чуть-чуть. Ниже? Плюсик, минус. Какой плюсик? Плюс-минус карта. Мана вон, жизнь. Еще ниже. А ничего ниже, у меня ничего нет там. Может, ай нажать какой-нибудь? Escape нажми. О. Да ладно. Так, и куда их сувать? Справа там такие кружочки. Вот это что ли, да? Так, на вот это штанишки тебе. Взял? А, они типа ограниченное время, да, действуют? Да. Смотри, какая у меня есть пушка, некрас. Нифига, огнемет. Офигеть. Ну-ка. Так, о. Чё это? Так, для шотгана, видимо, нужно это иметь. Патроны. Хорош кидаться, как они. О, нормально, я их себе заберу сейчас. Короче, смотри, жонглирование, окей? О. Да. Ты сейчас разобьешься? Или нет? У меня уже крылья. А, тут же парить можно. На, грибочек. Смотри, тут еще какая-то есть штука. Смотри, какая у меня еще есть пушка, Никас. Погоди, погоди, а что такое? Nobile Citizen. Citizen. Смотри, какая у меня есть пушка, Никас. Какая? Что это такое? А пулемет типа? Да. Офига себе. Смотри, еще какая есть. Лазер. Смотри. Ты наподбирала, что ли? Да.
Ну-ка, дай я посмотрю другое. Тут что-то какие-то миры, тут что есть еще. You о, have entered the house bank. Вау, смотри, какая пушка. Ты где, Некрас? Да я вообще в другом месте, вон, видишь? Смотри. Хочешь тебе? У тебя тоже какая-то есть, стреляй. У меня вот есть. А это вот у меня не работает никак. Не хочет она вот. Смотри, некуда. Телевизор могу построить, смотри. Телевизор? Здесь... Ну-ка, давай. Ой. Не ставится. О, ты... это банк. Банк, ну. Его нельзя поставить. А может, можно зайти, может, туда? Давай полетели куда-то. Чё за фигня? Не пускает? Ну, лок. Тут хроп, Некрас. Да. Где? Здесь. Где? Дальше там. Где, где? Я тебя не вижу. Где ты? А, вот ты. Фига у тебя. А, это мавзолей, типа, и там какая-то хрень музыка играет. Играет. Музычка. Так, полетели. Мир большой, ну-ка, дай посмотрим. Посмотрим. Ааа, Некрас! Нормально. Save me! Нифига себе тут миры. Ааа, блин. Я на самом верху, а ты? Не, я пока нет, погоди. Я как птица парю. Где? Я уже очень далеко. Тут что-то написано. Сумма 5. Сумма. Сумма 5? Сумма 5. Фига, мир красный такой, смотри. Тут. Вон, ты видишь меня? О-о-о. Парю. Давай, блин. Почему у тебя кролика? У меня нет. Почему у меня кролик летает? У него пукан горит, походу. Тут о, чё? У меня броня есть, смотри. Это все, это край? Боей, за боей. Снег. Тут чё? Чё это такое? Медузка, как вот это все можно было построить, да? Это, да, прикол. Вообще прикол. Медузка. Ничего нельзя делать с ней. Ты летишь? Не-а, где? В Василиусе каком-то. А, во, вижу. Какая-то рюмка. Лол. Чувак пишет, hello. А, hello, да, ща. What ща. Are you doing? Ща, погоди, doing business. Hi, just meeting with this guy. With my girlfriend Alinka. Какая-то башня высокая, Некрас. Мне надоело ее перепрыгивать. Некрас. А. Помоги башню перелететь. Ща. Ну так гоу. Так я на ней стою, она тут в небесах. Да ладно. Ты Эйфелева башня. Да нифига, это какая-то башня магов. Помнишь? Башня магов 150-го уровня, блин. 150-го там, миллионного. Я сейчас в тебя даггерами буду кидаться. Каким, блин, даггерами? Видишь, падают на тебя даггеры. О, лол. Пали? Ну, падают. И чё? Чё, горгули типа, да? Я даже не вижу ничего там. Я тоже не вижу. Где мы? Фига миры тут, я в шоке. Ты летишь? Да. А знаешь, как я сейчас тебе, чтобы весело было? Прикинь, сейчас сдохнем, короче, оба. Чё? Чё, пасти? Борзок? Драться хочешь? Уже... Смотри. Hell Tower, you have entered... Смотри, у меня! Чё это? Пушка! А, так это я тебе дал хрень эту. Олень! Да, я тебе оленя дал. Ю-ху! Куда ты, вниз? Он... Я на нём хожу, смотри. Иди сюда. Гоу дальше. Нифига ты быстрая.
Смотри, я... Слышишь, что за фигня? Нифига он летает у тебя круче вообще, чем это. Офигеть, нафига я тебе его отдал? Это круче крыльев, ёма. Falling Star. Ты где? Я внизу там, как Калич. Без оленя. Смотри, уху. Полетели, олень! Ну, бесконечно, а нет. Блин, я не вижу ничего. Алинка, я ни хрена не вижу. А вон, огонь. Гоу в огонь, сдохнем. Ко, сдохнем. Ты где? Вон, внизу. А вон ты. Олень! Так он еще освещает, это вообще имба. Ну? Как его убрать? Попробуй над... О. Так, а чё тут? Тут бесконечно, по-моему, можно идти, да? Дома какие... О, рычаг. Ну, его, наверное, изменять нельзя. Опа. Там мужик какой-то, пойдем драться. Это телепорт. Где мужик? Это ты. Телепорт. Полетели. Гоу. Шарабитый. Конечно, у тебя олень, блин. Олень! О, не, направо полетел. Как ты перелетел эту башку? Ну так. Так и перелетел. Вон тут какие-то деревянные здания. Домики. Я тебя не вижу. Вон. Тут дев какая-то внутри. Это игрок. Это игрок с Шаина? Саня. Саня. Нет, Шаня. Не Шаня? Давай ее побью. Шейна. Я не могу, олень жирный. Always buy more wire than you need. Дай у него в сундуках. Так это магазин, это не игрок. Это NPC-шка. Смотри, тут что есть. Всякие штуки. А сколько у нас денег? Я ее бью, она не хочет мне ничего. Нига, она не хочет со мной торговать. Не, давай почему? PvP выключу. Красный. Правой кнопкой мыши нужна. Выключу PvP. Как выключить? Ну там, видишь, там нажми Escape, и там мечики такие. Мечики? Да, нажми на них. Опа, я включил, походу. Подожди, сейчас у меня выключены. Вот, давай. Оу! Нифига, слышишь? Лол. Круто! Ты меня с одного раза обрубила. Я теперь, короче, гол как сокол. Гол как сокол? Да. А ты где? Я где-то... А, помнишь, где эти были? Как их? Мобайл, Ситизен, всякое такое. Короче, я в заднице в полной. В начале, что ли? Да. О-о-о. Чё, может, закончим для начала, а? Давай. Всё. Всем... всем ББХа. Да, всем. I'll be back, Визмачатка. Визмачатка, все, всем пока. С вами были Некрос и Алинка. Мы тащили все лайны. Угу. Олень.